Всем привет, ребята! Сегодня у нас обзор игры Полигон. Игра поддерживает также мультиплеер, соответственно, да, солдат, магазин. Давайте сразу начнем с магазина. По стандарту, конечно же, у нас Battle Pass, который стоит что? Так, есть на один день нам что-то дают, да, бесплатно. Так, Хэллоуин 1000. 1000 это сколько? О, 1000 это у нас примерно... $2, $2-3, да? Ясно. Так, есть солдат. Здесь что у нас? Экипировочка, как всегда. Ну и домой, да? Так, есть, это... Ага. Давайте сразу начнем, будет, и все. Battle Pass у нас нету, как ни крути. А посмотреть геймплейчик там нужно в любом случае. Скинули также ключик, напомню. Так, смотрите, высадка. Начать, хорошо. Вау, ой-ой-ой. Что это? Так, движение, это типа, как его, эсклит, не эсклит, как там это называется-то, напоминает военные эти игрушки-то. Сейчас попробую, популярные сейчас стали в последнее время, где стенка на стенку, вот эта война идет. Нихрена не видно. Прицеливается очень по-дурацки. Не видно, а... Из-за прицел сильно жесткий, из-за этого не видно. Давайте бэшку. Как бы вот так слишком большой, а вот так вообще... Движение, он маленький для персонажа, как бы. Боже мой. Чинчуван, чинчи меня убил. Давай попробуем сюда. Попробуем вплотную. А вапер. Есть, наконец-то я хоть одного убил. Ой. Отлично. А есть хилка или там еще что-то? Ой. Ладно, хорошо, допустим. Так, вообще в доме появился. Самую главную точку, получается, захватываем. Все. Ну, как и везде, как и в той, и во в тех же играх военных, то же самое все. Только не помню, эсклет, эклет, шмет, что там. Короче, проще вплотную просто забежать и кто-то захват. Так, ну это наша территория. Ага. Понял. Как надо. Раш. Это КС-ка дает о себе. А все, дальше уйти. О! Отлично. Он всех разнес гранатой. Хорошо. Oh.
Вай, 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 меня раскрыли, меня убили. А, у нас Сашку уже захватили. Вообще, это такие бесконечные битвы, на самом деле. То есть мы будем биться. Пока не... что? Пока время не кончится. Да. Эти игры этим и напрягают, что каждый бой это что-то с чем-то. Хотя мы выигрываем 219, уже все. Не знаю почему так. Больше 50% уже захвата. Я понял. Все, то есть, все, я даже не буду. Нет, 20 минут играть, да вы что, издеваетесь, что ли? Все функции все те же самые. Здесь, чтобы поиграть в Хэллоуине, нужно поиграть так-то сделать. Есть мультиплеерные, да, то есть вот они, сервера идут. А, солдат. Который почему-то даже нельзя... не... А, ну вот, да. Цел одевать, покупаешь тоже 3000. Классно. Есть, вот они, эти скины, получается, идут. Так, хворост, оружие, дополнительно основное. То есть два оружия, модули, ну, премиум закрыт, конечно же, да, естественно. Випка, купоны, ну и батл пасс. Все, больше показывать и нечего в игре. Все то же самое, все так же по стандарту вообще. Ничего нового я не увидел, ничего. Все по-старому. Просто графика немножко другая для, наверное, более слабых компьютеров. Но на этом, я думаю, даже все. Поэтому, кому понравилось, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.